смою и нанесу вот эту вот помаду в стики, потому что меня этот оттенок просто, просто в себя влюбил. Это, кстати, оттеночек 13 и помада вот в такой вот форме. Matte Lip Crayon Contour. Кстати, на вещь, которая сегодня на мне, на жилетку, я оставлю, как всегда, ссылку под видео. Я контур нанесу кисточкой, а уже внутри губы заполню самого этого карандаша. Но этой помадой чуть сложнее уже контур прорисовать. У меня сейчас губы не в лучшем состоянии, чтобы ее демонстрировать. Но у этой помады уже такой более какой-то бархатный вельветовый финиш. Безумно красивый оттенок. Таких в моей коллекции нет. Он мне очень-очень понравился. И мне кажется, что вот под эти тени как раз и под те румяна, которые у меня на лице, прям замечательно подходят. Тоже присмотритесь. Она меня просто в себя влюбила. Я ее с огромным удовольствием именно в последнее время ношу, потому что такие помады сейчас зимой матовые, они меньше сушат на